Добрый день, меня зовут Куприяник Анжелика. Меня зовут Куприяник Валерий. Мы вас приглашаем в свою творческую мастерскую. Мы изготавливаем изделия из натурального камня, украшения и вещи для интерьера. Все началось с выставки «Мир самоцветов». У нас была такая замечательная выставка, в которой принимали участие Украина, Россия, Литва, Беларусь. Со всей страны нашего, значит, были участники, и нам посчастливилось быть ее участником. Вот оттуда началась, ну, любовь к камню началась давно, но именно оттуда, так скажем, более углубленное изучение камня. Мы как бы самоучки, но у нас были очень хорошие учителя, поэтому как бы вникали, что-то читали сами, что-то у них как бы почерпывали. И вот так вот получилось, что на данный момент это что у меня, что у жены, то есть основной как бы вид деятельности такой вот. Вот, но интересно. Когда вы возьмете любой кусочек минерала в руки, и вы его просто поддержите, вы получите от него теплоту. Здесь мое рабочее место, рабочий стол. Вот для работы в квартире там, или, допустим, в доме, вот достаточно, в принципе, как бы из оборудования бормашины. Вот. Бормашины и разные насадки бормашины. То есть сюда входят разные борчики, потом для резки у меня алмазные диски есть, допустим, для сверления до 4 твердость можно сверлить простым сверлом по металлу, ну, таким более-менее нормальным. Для сверления уже выше, то есть твердость, нужно алмазное сверло. Есть у меня для шлифовки абразивы есть. Есть наждачная бумага, там уже, допустим, сначала абразивом мы проходим грубые места, вот, и потом уже повышаем, то есть где-то, наверное, 300-350 проходим, убираем грубые места, а дальше уже там начинаем 600-800, то есть уже тысячную, она идет, уже полировку дает. Вот. И потихоньку, то есть это процесс достаточно долгий. Мы занимаемся тем, что делаем украшения из камня. Есть интерьерные вещи. Но интерьерные вещи – это, вот, допустим, там шары, допустим, подставка под ручку, письменный набор, потом подставочка под визитки. Вот. Ну и коллекционные образцы. Коллекционные образцы можно тоже очень красиво выставлять, как, допустим, на полочке там, в книжных шкафах или где-то на полочке над камином. Вот, хорошо очень смотрится. Ну, украшения в основном мы делаем из камня браслеты, ну, бусы делаем, вот, потом делаем серьги, делаем комплекты. Вот. В основном моя больше такая техническая как бы работа. Я там, если надо, где-то что-то сверлю, что-то там пилю, что-то шлифую, полирую. Вот. Ну, жена меня тоже, кстати, вот сейчас уже она освоила так процесс полировки, поэтому она мне уже существенную как бы оказывает помощь. Работаем мы с камнями в основном у нас до кварцевой группы. Вот. То есть кварцевая группа – это идет семерка по шкале МОСа, твердость. Вот. И они пилятся, то есть можно пилить их в домашних условиях. Вот. Халцедоновая группа, потом полевые шпаты, вот, перламутры. Вот, ну, то, что тверже семерки уже, там надо уже иметь специальное оборудование. Сделал пропил такой, канавку, чтобы уже никуда диск у меня не уходил. Естественно, когда уже подгоняешь к изделию, да, их выверяешь, там, то есть, чтобы они ровные были, все такое. Я просто вот уже как бы вам показал, что вот он распилен на две половины.
Это вот абразив. То есть вот эта грубая обработка идет камня вот таким. И начальная, то есть первичная. Сейчас моя тема – это янтарь. Когда я нашла мешочек янтаря, у нас был в запасе, вы знаете, я очень долго медитировала. То есть я их просто так брала, камушки, пересыпала, потом вы увидите эти камни. И смотрела на них, и меня они завораживали. Это какая-то была магия. И я брала каждый кусочек в руки и представляла, что с него будет. Но вначале я решила сделать браслеты. Браслеты, потому что я люблю янтарь, дикий янтарь. Его нужно немножечко облагородить, немножечко отшлифовать, а остальное это сделать. Вот он вырос такой в природе, и я хочу, чтобы вот именно таком, не обработать там, ничего. Потом, вот сейчас мы делаем янтарь. Вот здесь, вот в этом браслете, не видно в камеру, но здесь есть инклюзы. Это травки, мушки, которые вот я специально некоторые камушки очень сильно отполировала для того, чтобы вы увидели эти инклюзы. Моя прекрасная клиентка Елена вот принесла брошь. Это наша первая брошь. Первая. Вы представляете, я пришла домой, ее нужно было отремонтировать. Я ее держу в руках и просто не могу. Боже мой, первая брошь, она теплая, она прекрасная. Возможно, где-то какие-то есть изъяны. Я ее когда ремонтировала, видела, да, где-то что-то нужно было немножечко сделать не так. Но она первая. Камни все прекрасны, все, я уже говорила и не хочу повторяться, но для каждого из нас, вы знаете, многие подходят и говорят, а вот давайте посмотрим с вами знак зодиака по гороскопу. И я всегда говорю, выбирайте, пожалуйста, сердцем, сердцем. Вот вы увидели камушек? Все. Это вот аметист, камень мудрости. Душа камней. Всегда, когда какие-то у меня значимые события в моей жизни, я одеваю аметист. С ним всегда легко и просто. Так, ну сейчас я сделаю, засверлю вот этот кабошон. Вот. Здесь мы сделаем дырку, потом мы сделаем такой как бы крабик. Вот, и потом на крабик ставим либо бейлик, вот, чтобы носить как подвеску, либо делаем на швензы. Швензы, то есть швензы – это сами застежки, вот, которые вот, ну, вставляются уже в ушко там и застегивают. Сейчас я просверлю. Значит, здесь водичка и такой деревяшка, скажем так. Бурмашина тоже, она у меня выдает до 30 тысяч оборотов в минуту. Вот поэтому я работаю аккуратненько, то есть поддал, отпустил, чтобы не было сильно больших оборотов. Вот так оно может носиться как подвеска, да? Вот. Но если мы убираем вот эту верхнюю часть, бейлик, вот эта вещь называется швенза. Вот. Просто вот берем. И вот готовая уже серьга. Мне очень приятно, что в каждом изделии есть своя история. В каждом камушке есть своя душа, есть свое тепло. И когда, вы знаете, иногда не бывает настроения, я вам честно скажу, мы не садимся за стол, чтобы работать. Потому что, ну, свое настроение мы передаем камню. А потом, когда вы берете это изделие, вы получаете это. Я хочу, чтобы от нашего изделия исходила только положительная энергетика. Только.